скорость маги Локи. Двадцать восемь, шестьдесят один, семьдесят шесть, четыре. Краш. 94 летят доты. Летят доты 94. Пал. Вот эти. Паладин, тебе они нужны? Ты ролил, поэтому нас забирай. У меня еще какой-то мусор остался. Паладин, вот это тебе нужно? Васака. Васо. Ну, они же, кстати, для Холи Паладина. У меня есть, типа, третий спек Холи Паладина. Ну все, подойди, трейд кинь. Просто мне тот пал, который был с нами, он мне их отдал. Ему эти палы нужны были. Спасибо большое. Не за что. Дальше кожа, сила заклинаний, хоста, брули. Рольт. Или что, этот биомусор никому не нужен? Царюга. Царолу. Кинотрейд. Да, сам. Я то, что сейчас. Ты перерыв еще не кончился? Что такое? Лет ушли? Да. Настя. Как день рождения отпраздновал? Как? У меня все время на мой день рождения было 30 градусов у меня в городе. Все ходили в шортиках, красивые. И тут в Москве дождик, ебаный рот. Просто дождь! Я проснулась, я чуть ли не в слезах была. У меня планы же были. Так и что ты делала? Ничего не делала, я на воскресенье принесла. Господи, а почему в рейд не зашла вчера? Ну, я пошла свою горечь и печаль заедать сушами, и я пошла еще этот по магазинам. Я как ушла в торговый центр, я часов 7 там была. Я понял. Представляешь себе? Сколько одежды перемерила. А, шопилась, да? Да, да, это меня успокаивает. Интересно. Ну а чё? Я так часто делаю. Просто из-за игры никуда не деваться. А я сегодня выбил 4 куска на ретрика, короче, открыл.
219-е. Ну, блин. Что еще скажу, это самое? Лабы доделала, но из-за того, что я все силы потратила на лабы по Линуксу, я забила хер на C++ и контрольную завалила. Придется переписывать сети. Причина присутствия. Ну, больше половины здесь. Агрим, трэш, ДК, прав. Друид, бафни, пожалуйста. Ага. Нарав не в РНЖ, если ты его зовёшь. Кошт КД, а, нет. Ты близко. Нарав в восточных, ну и чёмных землях. Отойдите, там босс идёт. Уберите ловушку, на которую она сейчас наступит. А, она вроде не наступит. Шкаф наставьте, а, пожалуйста. Полосы, нормально. А что, локов тоже у нас нет? Есть один тут, есть. Краш-тест. Ну что там? Кого ждем? Кого-то. Дурачок. Бардика. Дурачок пишется через О. Через О? Я в диси просто смотрю. Кровь из глаз. Так через О или через Нё? Через О, 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 О. Почему чок? Может, он имел в виду дурачек. Так чок через О, блин. Это промазанку. Как всё. Девчонки. Девчонки же. У вас девчонки. ДД спекнул. Пирожочки тоже. Ставьте вход, пожалуйста. Девчонки. Вара, у тебя что, заменить нечем голову? И пуху 200. Блин, Вар, ты отвязан тоже голый вообще совсем. Шефер который. Какой у тебя дамага? Хуйня у него дамага там. Ясно. Есть что, я тебя заменю. Все, Раф, ты здесь, а? Гриппой. Ну и все равно грипп, ничего ты. У тебя что, гриппа нету? Если не фланки, отдай молву, пожалуйста. Забирай молву. Второго забери танк. Желательно бы развести их в стороны. Или одного, а второго. Сейчас на кошатницу или хадира? Не знаю. Давай на хадира сразу пойдем уже. Ну или хотя можем потравить кошек. Прям вот и то дело будет травить. Чего их травить? Убивать.
Все, кошки нету. Пошли на Хадира. Там сейчас один лог какой-нибудь по эту сторону отведет и травить они проходить. Они умеют. Убедительная просьба не наступать на сугробы, чтобы меньше трэша было. На всякий случай скажу, вокруг вот этих вот снежек, которые лежат, там их ранжа около 10 метров. Что? Сыграйте, пожалуйста, по-большому сначала. Закатите, дайте ему станы. Били мелкий трэш. Садоска, ну как? Ой, по... Ловите трэш в танке. Оф-танк. Вердиш, мы траем до 12 часов. Еще 2,5 часа. В смысле траем? А, до 12. Ребятята, прижмитесь, пожалуйста, к правой стеночке, подальше от сугробчика. Спасибо. Локи забанится от этого элементаля. Разбаньте элементаля. Разбаньте, отдайте мне. Куча с левой стороны. Где? Туннели куча с правой стороны. Нихуя себе, это что такое? Почему никто ничего не зацепил? Это пока что. Сейчас кто-нибудь отбросит в кучу невидимую. Подожди, на Хадире будет веселее, нахрен. Лорайд заморожен. Что за настрой? Где победный настрой? А тут хлеб будет? Эй, веселая поножовщина. Если задамажится, то хэм будет. Ну это понятно, но вы смотрели там, до этого у вас как? Хэмы были? Только в десятке. Это на последних 5 секундах. И то случайно. О да, я помню эту десятку. Это была самая веселая десятка моей жизни. Чисто случайно закрыли хэм, блядь. Все, все зашли. Кто там, у кого-то? Файв. Никто не сдох. Дайте фулл бафа. Так сказать,
вердишь в Долоране. Ладно, без проблем. Да, единственное. Вердишь в Долоране. Поставьте да. Шкаф. Куда вы все уходите, я не понимаю. Один Долоран свалил, другой второй Долоран свалил. Ну они же маги, Долоран их не дом. Тактика. Сначала я пулю босса, все свечиваются сначала в метке. Печеньку и звезду. Потом разбиваете все остальные глыбы. Как только глыбы разбили, начинаете дамажить в босса. Я про Анонш Геро. Самое главное здесь не слакать на именно что будет на бойзонах, которые падают сверху глыбы. Периодический урон. И не слакаем на глыбах. При касте, когда он будет кастовать свой каст, упадут две большие глыбы. Надо сначала разойтись, потом сойтись обратно, когда они упадут и появятся сугробы. Все. Самый изи. А. Здесь все маги дают костер. В этом костре, если вы будете стоять, ну, не совсем в нем, а рядом с ним, где-то дистанция 5 метров. РДД, ваша просьба, стойте там возле него, тогда не будет вешаться дебаф, и при этом будете настакивать на Хадире этот дебаф, который будет увеличить урон. Также будет еще луч. В этот луч, если вы будете вставать, у вас увеличится хаста. Дуновение. Когда пойдет первое дуновение, фасса у тебя сакра, да? А, Васа, ты спекайся в ТТО. Вот. Когда идет дуновение, первое, пассо, ты даешь мастер ауру, оставьте от этого льда. Поставил. Тамбону хочет ворваться. Старчик. Уже. Махофнулся. Все. Идешь ты надолго или что с концами напиши в деске? У него КД спало, он считает с концами. В смысле у него КД спало? Ну он же писал в рейд-чат, что насколько мы боссов идем, а мы все по-ха-ха, хихи, типа, ну повайпаемся там, бла-бла-бла. И он такой, все, в Долоран ускакал. Ясно, прикольно. Прикольно, интересно, Бону. Не, ну если бы ему сразу сказали, сколько боссов мы убьем, мне кажется, было бы нормально. Я уточню на всякий случай, после того, как мы сойдемся в эти глыбы ледяные и будем расходиться бить, то там начнет дуновение, и в этот момент надо мастера ужать, правильно? Да, вы меня на этом и стопнули. Пораскидай друидом попасть. Все? И еще какие-то просьбы есть? Поставьте, да, жеребанки. Пускай жеребанки похилит, я в себе посильнее его одет. А он вырдруг посильнее моего. Хорошо. Живанки, спикни сюда, пожалуйста. Так жеребанки же в хиле. А, да, жеребанки так в хиле. До этого весь кон был. Зажречь, у тебя ДЦ холика нету, да? У меня с КП. Майн. Это второй. Ладно. Будем так. Итак, настаиваемся на дуновение. Когда дает дуновение, первым Васса даешь мастер ауру. Когда идет второе дуновение, Хоки, у тебя этот массакра есть? Хоки? Да. Окей, на втором дуновении отдашь мастер ауру, потом и массакро. И на третьем дуновении бону. Или паладин, он тоже даст массакру и этот мастер ауру. Бану тебя присумонили? Ты подскажешь на всякий случай, да? Про мастер ауру. Да, если увижу, кто-нибудь другой за меня тоже скажите, когда будет дуновение. Прям большими буквами написано будет.
Не-не-не, ты на босса гляди, он бывает багается, у него в дебафах отдельно появится баф, единственный. Его тогда сдашь. Спасибо. Я постараюсь. Все, дайте фулл бафов, тем, кто новый пришел, и верчай. Ты МТшишь, да? Летят доты. РЛ, ты МТшник? Да, он единственный танк. Настя, прием. Я пулю. Сыграли по этим. На месте не стоим и следим за этим. Разнеси тучку. Пойдров, Файв, разнесите точку по РДДшникам. Когда на ком-то баф появляется, увеличивающий атаку, вы разносите, пожалуйста. Граш тест. Дай дебаф всем этим РДД. Воу-воу-воу, на пол уроки дайте, пожалуйста. Дуновение, мастер ауру. Первый мастер ауру. Разбежались. Мобов разбили. Прохил дайте. Мобов разбейте. Миго, захильте, пожалуйста. Летя доту, захильте, пожалуйста. У вас еще есть минута, чтобы закрыть его в ХЭ. Привет. Ку. Серега, ты что ли? Да. О, красава, давай я тебя раз заменю на Вара. На пол дайте, разбежались. Разошлись от больших. Сошлись. Сорок секунд до быстрого убийства. Пять мультов. Продиспельте. Продиспельте меня, пожалуйста, паладины. Спасибо. 25 секунд. Мобов. Можете, в принципе, оставить бить просто уже этот босс. 15 секунд. 10 секунд. ГЦ. Отправляю в ФХМ. Она сказала, заебись. Да ну нахрен. Блять, а что это за говно выпало? Слишком легко я считаю, правильно? Да. Давайте еще раз. Нахрен! А чё всё красное? Чё ничего надеть нельзя? А чё так много кирас? Она сказала. Ну, потому что... ХМ сделали. А деду четвертый кусок полагается? Блин, ну такое говно упало вообще. Где плащ 239? Не, вот правый сундук, конечно, хороший, левый говно. А это же боешка. Что-то я наоборот, левый говно, правый хороший. Щит боешь. Так сказал. Не считай, конечно, вот это заспевшая хуйня Хадира. Толкните, пожалуйста, флот. Рольте. Давай. Да какой 100, блядь, ну какой 100? Ну какой 100? Нормально. Ну это пиздец, вообще как одет. О, я себе 500 дал, кстати. Ой, 100 нахуй. Он тебе, может, не нужно? Да ну. Ну, блядь, 100, ну как. Предлагаю отдать четвертый кусок деду. Ой, все, 100. 100, да, какой 100. Ребята, ты вообще что ли дурак?
Я вас люблю, блядь. Что-то говно и воняет. Капельна хрой. А, 28. Чисто отясу вообще полностью, нахуй. Все, блядь. Пока, просто. Нет, блядь. Кого вы убили? Хатиров ХМ мы убили. И все? Нет, вы убили этот... Кого? Там Калагарный же... Хадир. Там босс идет, босс идет. Отбегайте. Пал Принц Лок. Васо, беги, 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 беги. Бэби Варо тебе не нужно? Бэби Варо, где твой грандиозный ролл? А мы на кого сейчас? А, у тебя уже есть? Все, без проблем. Кто там выиграл? Ноки, паладин. Хоки. А как же правило, что типа не отдаем новичкам куски? А, блин. А кому его отдать? Кто выиграл деду, второй порог? Деду, 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 деду. А ты про свой токен говоришь? Да. Так, это холосота, он уже с нами сколько ходит. Ну, окей, второй. Там он его продаст за 3 косаря. Напиши ему. Не, это 200. Не продает, я уже предлагал. Не, чисто, чисто лизнуть ножка, маху, не. Еще раз рольте. Я уже так же поотдавал шмоток. Еще на день соток. Вопрос. 2 сотки ханты, 1 сотка рога, 1 сотка еще один хан. Тут еще приз 1 сотку. Тебе тоже когда-нибудь повезет. Сегодня просто пятница, и все, кто посол, сотки. Аминь, блядь. Понимаешь, я уже как... Я такое КД в Герейдах не могу скоро ничего нормального. Скоро в твоем дворе заиграет музыка, не парься. Надо на форум зайти глянуть, может там в тему появилась какая-то про роллы, да, может баг какой-то или аддон. Пожалуйста, только не русский рэп во дворе, умоляю. Вау, вот это что я паролю, паролю. Так кого вы убили? Рассказывайте. Плюс 3 утюга, робота, калагарный, вот Хадиров ХМ получилось. Рольц. Ролят БДК и Фрост ДК, Роги, Ханты. Ну, вообще, кому нужно? Роги, да, слова. Мне будет обидно, если челик за 40 заберет. Тихарь, давай за всю хуйню 4к ДПС, будет 5. Силовая шея, да. Лучше нравится, ну молодцы. Не, он тоже шутил, он просто так в шутку кинул урод. Рекает на сила, не на защиту. Он в шутку 5 урод. Лифри 78. Все, хоть шею, ты меня эту. У меня насрать, сила, не сила. Дайте мне эту шею, я уже упакую, никому не отдам. Сила, Билка, ты че заговорил так? Сила, да, че, у меня токен! Блять, токен украли. Прикинь, посреди стрелы. Блять, посреди бел дня. Силу рога мне дают. А главное, токены падают, когда меня нету, да? Лифри, а ты... Там сила же, во-первых, это раз. Во-вторых, ты на комбата ролишь. В смысле на комбата? В прямом, это комбатовская шея с РПП. Нет, ты чё, на приколе? Комбатовская. Да, Турик, она силы. Ты мне её всё равно не отдашь. Она силы, ты мне её не отдашь. Я знаю, что я тебе не отдам. Я выиграл. Ну, забирай, раз выиграл. Чё? Все, Раф уходит. ДК, заходи. Я хочу быть сильным, Рога, чего вы гоните? 200 сил уже есть. Лица хоти. Все. Я токен украл. Насрать. Хотя бы голову-то не тыри, пожалуйста, Рога. Ну, пожалуйста. Я стырю я. Вот и стыришь. Иди сиди. Молчи.
Я спиздил всех. Это у вас получается этот дракон жив, этот жив, да? Игнис. Да, Игнис, дракон. То есть все это завтра. В планах. По идее. Обратно, да? Или как? Бля, Габен, давай попозже попиздим, заебал. Я не знаю, лишнее. Отдай, деду, отдай. Я еще ни одного токена не забрал. Меня потом в этом, блядь, гиба тут, блядь, продажной шлюхой называть. Это кем одному нити? За 3К токен, второму за 6, блядь. А тебе в ДД, Шеффорд. Что ж ты, Шеффорд ДД? Шеффорд, держи шею. За... Держи. И сорян, я тебя заменю на более продвинутого этого. А, поменяй меня с собой. У нас же хватает урона, где он, народ? Нет, блядь, у меня есть более лучше. Одеться. Спасибо, пацаны. Ставь мах хотя бы портал. Рэл. Что? Бронечки уходить надо. Поменяй, пожалуйста. Кому уходить надо? Бронечки, сове. Сове? Окей, хорошо. Шеффорд, ну, в принципе, оказывается, и для тебя слот остался. Хантинг здесь? А? Ну, дайте мне репати. Чё-то я забавился. Акаса, блядь. Вон уху сова в гильдию хочет. Кто там... Сун, тебя присумонили, тебе дали пати? Дайте репати. Я в текстах застрял. Ну, типа фул 25-ку закрыли. КЦ, да, здесь 25-ка тоже мусор стала, как эта рука. Все. Давай присумоним его, сейчас будем бить кошку тогда. Ты сразу в танки залетай на окошко. Так в танки или в ДД? Да, в танки. Какой в ДД, ты же сам понимаешь, это кошка. Бля, Касса, я вообще не понимаю. Как ты, блядь, в этом рейде будешь что-то ролить? Это просто пиздос. А что, у него конкурентов много? Да не, я просто две шмотки ворол. Да, тут. Я пришел. Что мы бьем? Да, кошачку забьем сейчас и пойдем дальше на хранителей. Судя по тому, как у Халаса падают ролл тут, Касса и Хантинг за ОД пришли. Чисто собрали с боссом. Можно буквально 30 перелов сделаю, забагался этот для бафов мастер? Да. В шкаф поставьте, присылайте, пожалуйста. Эбивар, поставь шкаф, братский? Да. После этого босса иду хавать, я, короче, минут 10 буду АФК. Можешь не приходить, Андрюха, я разрешаю. Да, это кто сказал? Господин твой. Что-то много, блядь, тут, блядь, голосов новых. О-о-о. Так ты одну пару наушников один вместо 10. Слушай, блядь, не учи жить. Базар, блядь, ну. Раз, продажа. Базар вокзал, да? Да, блядь, ну. Что токен не сролил, чё ты злой такой? Ну, он сролил, даже не ролил. Или с БГ кикнули? Не, я злой целый день сегодня, не знаю. Чё такое? Тигрёнок, ты шо? Такое. А у нас шо, пуи есть? Плюс-минус, да. Объясняю тактика на босса. Или, Серёг, давай ты наносишь тактики по-братски. Чё-то я уже немного подумал. Я просто кушаю пока параллельно. А, ладно. Тактика на босса. Давай, ты рассказывай тактики, а я буду ещё вести сейчас. Кошка, по сути, очень простая. Самое главное, при пуле кошки надо забить мобов. Сначала забиваете мобов, потом играете в кошку. Все стоите сначала в квадрате, треугольнике. Потом я ее отвожу в луну,
потом в квадрате, потом в кресте, потом уже завершающе в черепе. Все стоят в одном фрейме, все абсолютно. Хан, ты только чуть-чуть можете назад отойти, чтобы могли это бить. А так все остальные стоят в одном фрейме. Танкуются, бьете все в лицо. Здесь будет она давать фир. Как только она кастанет фир, все приз зреча. Твоя задача, она будет максимально здесь. Всех продиспелить от страха. Как только прошел фир, ты всех диспелишь. Вас, кто умеет сам диспелиться, продиспелились и обратно забегаем во фрейм. Танчим босса. Она вызывает мелких кошек. Этих кошек можно просто заглифать. И вызывает одну большую защитника. Как только появляется защитник, все абсолютно свечитесь, убиваете защитника, переходите. Вот сейчас, как только убили защитника, все перебегают на следующую метку. Потому что защитник разливает под себя лужу, в эту, которая дамажит. Все, все перебежали. Я обратно босса поставил, все в одном фрейме стоим и убиваем босса. Вся тактика, по сути. Самое главное, что слышишь, слишком в уголок близко не забивай босса. Почему? Потому что, ну, близко к РДД зоне, хантам пизда неудобно. Я знаю. Поэтому я говорю, типа, вы немного ханты наберите дистанцию, чтобы могли бить, и все. Потому что если все будут стоять хрен знает где, то все кошки просто перебьют вас. Вы наберите такую дистанцию, чтобы можно было просто вам дамажить, и все. По кошкам, когда выходит защитник, каждый скидывается по стану. Паладины. И за пэтами своими смотрите внимательно. Если пэт остался на старой точке, значит, жаль, что он к вам прибежал. Это максимально. Прист, зажречу, летят доты и пивосямба. Кидайте первый на себя защиту от страха. Как только она прокастанет, все втроем дружненько диспелите всех остальных. Шаман, габбенах, ты поставишь в каст тотем. А, да и все, в принципе. Повысаешь каст тотем просто. Сам себя продиспелишь. Ну, нет? Типа, в принципе, все. Начертатели есть? Начертатели? Символ? Рой насекомых. Нет такого. Шефард, шею не уступишь обратно? Прикалываетесь? Да, угорает. Давай сюда, назад. По сути, ты ее выиграл. Все зависли. Не нужна была. Нет, только ты. Yeah. Все, я, в принципе, РЧ. Это что там два в Долоране делают? А я случайно нет нажал. Какие штемпы в Долоране? Кого присумонит там? Два штемпа, давайте сумониться. Так Раф в шестой пати, шо ты? Раф не нужен, но он АФК. Раф это. Вот Раф, по-моему, релогается или где? А, да, релогался. Все, все здесь и получается. Все, дайте баф, дайте рыбу. Интересно. Сын, если чем в два танка идем. Мы не подкинули просто там. Я бы тоже не отказался от далека. А чё, когда брось меня ассиста? А, ассиста, да, забыл. Метки раскинь, на кого бить. Угу. О, Владик, ты готов? Рыбу поставили, ешьте, кто не поел. Ещё раз арчи. Каску подыкадайте. О, второй танк. Я в танк обратно или в ДД? Вассо, ты сейчас в чем? В ретрике.
Претрики, пока побудь по претрики, не знаю, в принципе, все... Чтоб вы этот самый, чтоб не потеряли этот момент, говорите, типа, мне не тяжело туда-сюда прыгать. Я знаю, что ты в претрике, поэтому я не говорю, что бегать, пока два танка. После всех обнов, в принципе, должны здесь все проноситься как-то. Я ее в соло оттанчу, фуллинс, наверное. Наверное, да. Все, встаньте во фрейм, сейчас она кошатница будет идти, ДК спулит. И сыграйте по меткам. Вот метки раскинули как раз. На одну метку не повесим. Там все 4 стоят. А, перекинем. На меня перекинем кода. Мы все ждем, пока эта паскуда придет. Да. Так, когда кошки будут маленькие появляться, все ханты ставите огненную трапу, паладины лужи все разливают. Ханты вилочки свои юзаете. Чтоб мобики, которые выходят сразу, все подохли быстро. И за 10, ну где-то 20 тысяч у защитника все начинают бежать. Паладины даете станы, и все перебегают. Чтоб доты его сами добивали, и в рейде никто не умирал. Рога, вернись назад. А касса, сбегай на ступеньки, сделай ветер на полноторику через то эти, через как они называются твои. Как только придет босс и кошки, роги и ханты скиньтесь на Серегу на полу. На ДКшника скиньтесь. А кто убирает метку? Я ставлю, вы убираете. Я не знаю. Тут я, ты. И Void Fury. Все, все зашли, ребята. Все зашли, она уже идет. Начинаем играть с Луны. Все играют в моба Луну. В одном фрейме встали. Понял. Дайте БР сразу. Жеребанки, дай БР сейс. Спасибо. Точно ли бафнется? В кружочек играйте все. Каст. После каста все сразу забежали в один фрейм. Все, дамажим босса. Все в один фрейм встали. Забирай на себя. Разлили АОЕ. Престабаф обновите, пожалуйста, ко мне. Готовили защитник, сейчас будет. Дикий защитник. Все свичнули в него. Пожалуйста. Ой, продиспельте. Сразу всех продиспельте. Сразу в метку перебегаем. Все в луну перебежали. Хорошо, лучше разлили. АОЕ разлили под себя. Кто там сзади? Поэтому сюда позвали все ханты. Мега, оставим одну в один фрейм, пожалуйста. Да, лучше ничего так не жалко. Дамажим босс. Через 3 секунды выйдет защитник. Фулл сыграли все в него? Дал став. Мелкий. АОЕ налили? Паладины стан дали, по кошке перебежали. Все перебежали. Там уху. Ай, этот БР по пивосямбе. И кто там еще из дрюлей есть? Кина, дай БР по хантингу. АОЕ разлили?
Зайдите во фрейм, пожалуйста. Не просто так же говорю фрейм. Торик, а потом в треугольник туда ближе будешь подводить еще. Мы квадрат провтыкали. Защитник так, вышел, да. Все сыграли. Лок Пэта сюда позови. И ханты тоже, Пэт. Уху, уху, сова, встань сюда. Паладины стан дали. Стан перебежали, все перебежали. Геру дали. Уху, походу, лагает. Заливаем. Последнего не бьем. Фул по боссу играем сейчас. А он больно бьет? Не знаю, нет. Я сейчас буду держать пробовать. Каст. Что-то от него. Забейтесь, РДД, ханты, хилы, все туда в самый угол. Милизона старается тоже поближе стоять сюда. Готовьте, сейчас будет выходить защитник. Играем босса все. Пауе разлили. Все играют только в босса. Мелкого просто отдавайте по стану ему, скидывайте еще первый там сейчас. Таурены тоже а? Можете станы давать. Я скинулся. Больше по боссу бьем. Сразу сбежались обратно. Про дисперсии и все обратно забегите. Дайте стан кошке. Стан кошке дайте. Кто-то последний. Так застанем она на меня. Никто не про дисперсию. Больше босса так. Бьем. Больно бьет кошка? Мне нет. Ну и по другим, в принципе, тоже. Приготовили, сейчас фир будет. Можете назад упереться, кто там боится выбежать вперед. Дал стан. Все, летят доты, заходи во фрейм. Или ты встань там еще. А ой, я разлили под себя. Таурены станы по очереди даем. Приготовили, сейчас фир будет. Антифир присты себе повесили, диспелы даем. Масс диспел. Начинайте диспелить. Сбежались быстрее. Локи пэтов попризывайте поближе. Мелкий трэш сейчас выходит. Да. У кого станы откатились, давайте по защитнику. Я, блин, парабазовал просто. На плащ. На лук упал. Ауф. Сфера. Ууу, плащ это. Сейчас я даже знаю, кто этот лук сейчас будет ролить. На хэвник. Давайте ханты. Роу. Пятьдесят. Колосо. 62. Касс. 50. Хантинг, тебе что, не нужен лук? 20. Кто-нибудь удивлен, что... Ару. Танковский плащ. Что, пароль? Лиф рассказал, что потрогает. Он потрогал. Давай, 36. Тун. Или тебе он не нужен? Ролл найду. 56. Да не потейте, это мой плащ, чего вы стараетесь это? Я вернулся, хоть одну шмотку дайте забрать.
Да, и холли паладинские латте. Не. Дел ролл.